Это интерактивно. Вот он уже танцует. Класс. Ой, даже мелодии, ноты в глазах. Больше нечего лопить. Класс. Все, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал. Жарко-желтый. Это мы показали функцию, как он танцует. Вот еще отличие в глазах. О, обалденное вот у него качество. Вот он решил сам попеть. Это вот мы скачали приложение, при помощи которого тоже можно с ним играть, кормить его. В общем, как живая игрушка. Furby Connect is updated frequently with new surprises, like songs. Так ушами классно делаешь. А что это ты включил? Его также можно, ну, как выращивать, то есть он появляется как бы на свет через это приложение. А что это такое? Это яйцо, да. Это же приложение какое-то. Очень много фраз различных. Они между собой еще общаются, фербики. Куда это еще плавишь? Ну, а что тут родится? А ну давай попробуем его покормить. Что, он будет кушать? А, другой стороны. Фёрбик. А, и имя еще, да, можно ему выбрать? Ну, имя ты. Имя, когда... Это его типа друг или это он? Ну, не знаю, он комментировал. Вот у него меняются глаза. А так сын говорит. Обалдеть. У него еще вот здесь вот есть, можно нажимать, здесь вот меняется, его можно вот так пощекотать, он реагирует на прикосновение. Шерсть у него очень мягенькая вот эта. Ты уже вышел? Сейчас включил. По состоянию у него там отсек получается, где батарейки. Батарейки потекли, мы отсек чистили. Ой, он даже смотри, как картинки, да, показывает. Ешу опять. Опять Ешу? А что, будет два друга? Ну, я не знаю, это или он, или это его друг будет. Что, Ешу? Вау, какая она! Он что-то он довольный. Хука! Понравилось, довольно. Какая красавица. Папа говорит ее своему. Своему говорит. А может это любовь? Влюбился? Ну все. Уя! Хуя коса! А, это коллекция, видишь, какая-то собирается. Она сказала, хуя коса! В общем, тут очень много функций у него. А, есть передовое. Ага, и тут еще вот в этом приложении тоже можно играть. Но он, по-моему, сказал, что он кушать хочет. Да. А ну, покорми его, проголодался. Ну, покормить ему можно еще вот так
Если ему нажать на язычок. Это подарочек. А ну подожди, как ты там на язык нажимаешь? На язык. У меня ногти видно, не нажимают. Ну он же у него в приложении, он не будет ничего делать. В общем, класс. Очень классный. Его можно и за хвостик вот так подергать. Вот это Хасбро. Не понравилось. Щекотно. Даже взрослым интересно играть. Но глаза, конечно, обалдеть. Все, выключаем.